Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 114 на странице 53. Рабочей тетради по русскому языку для второго класса автора Канакиной. Прочитайте, ставьте слова, пропущенные буквы, а сочетание слов, подходящие по смыслу предлоги. Сок из земляники. Земляника. Бездарные, непроверяемые гласные. Е и я. Приехал из... Предлог вставляем. Москвы, непроверяемо бездарное гласное «у». Работал, непроверяемо бездарное гласное «а». В предлог. Магазине, непроверяемо бездарное гласное «а». Катался, на, вставляем предлог. Коньках, непроверяемо бездарное гласное «у». Жил, жиши, пишем с буквы «и». Предлог «в». Деревне, бездарно, непроверяемо гласное «е». Чай, с. Раздельно предлог сахаром, непроверяемо бездарное гласное «а». Пришел, буква «ё», из, предлог «школа». Гулял, по, предлог «улица», непроверяемо бездарное гласное «и». Листья, разделительный мягкий знак, с, предлог «береза», непроверяемо бездарное гласное «е». Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.